Приветос Амигос, продолжается хождение по светящемуся морю. А, да, гули же внизу. Сейчас устроим этим гулям китайские салюты. Сука, здесь нельзя починить? Нет, только на станции, да? Отстой какой. Сейчас китайский салют этим гулям устроим и пойдем. А что это у меня? Уже и руку отломили? Мы теряем, сука, запчасти. Где моя пусковая установка? Вот она, сучка, для праздников. Гнилой светящийся. 8 марта, сволочь. И все? Миллиметр жизней? Ёб твою мать, сколько их? По лицу не бейте, пацаны! Смотри, легендарный, блядь, еще с ними там же. Ну-ка, в пачку. Охуительно, блядь. Пиздец. Сука, отъебитесь, мрази. Трещит-то как от них, а? Фонящие уроды. Где этот Валентайн, блядь? Делай что-нибудь. Пиздюк ты такой, а? Бля, как и многие отхуячи, чтобы они... Вот, левую. О, давай. Пусть на костылях в атаку бегает, сука, мразь. Блять, скорости так... Ой, блядь! Батюшки, простите, пацаны. Был неправ, больше не буду. А, сука, сдохни, блядь. Ёб твою мать. Ай, блядь, еще один. Да ёб твою мать. Сука, минусуем, блядь. Поборемся нахуй еще, сука, падла. Гори в огне, сучий потрох. Ой, я ему руку отдолбосил. Вот лучше бы я ему ногу отстрелил. Ну. Да, ему, сука, копыта ходят, стегнешь, они, наверное, на него там. Да ёб твою мать. На саморезах, наверное, блядь. Давай с критом. О! Да какой-то, блядь, тощий Халк, сука, со мной дерется, похоже. Зеленый. Дрищ. А, блядь. Ёб твою мать, ёб твою мать. Да что ж тут все горбатое-то такое, а? А, легендарный ты здесь? Я понял, это, блядь, не светящееся море, это горбатая гора, бля, какая-то. Тут все горбатое, и одни пидорасы бегают какие-то, блядь. О! Бля, вот этот вот вообще, пацанчик, вообще лишний тут, на самом деле. Умри нахуй. А, сука, он его воскресил, гандон. Он всех вообще воскресил. Слушай, он молодец какой этот гуль, да? Не бросает своих пацанов вообще. Ну. Сука, это орк, блядь, лесной. Ты сдохнешь, нет? Ёб твою мать, еще один. Валентин! Валентин съебал куда-то уже. Раненый уполз. Понял, что, сука, жареным запахло, бля. Да ты посмотри, блядь, что делает, а? Ладно, тут, походу, блядь. Походу. Без ширки хуй разберешься, да? По-хорошему. Не уладить нихуя. Ебануться. Гули гнутся, блядь. А, во, Валентайн. Сука, на тебе, блядь, мясной укол. Пиздюк ты такой, иди что-нибудь делай. Потому что сейчас порвут нам нахуй жопу. О, яйцо род скорпиона. Что-то лечит вроде. Суболотника. Шашлык. У меня что, ядеркола кончилась, что ли, все? Квантовая, блядь, да квантовую на этих уродов тратить. Пошли они нахуй. Уродов в ближнем бою. Давай вот это. Валентин их тут же на себя отвлек, красавчик вообще. Мы его не забудем. О, гуль без рук, смотри-ка.
Человек, собаки, друг. Сука, а у Гуля нету рук. Он головой теперь пытается бодаться. Вот, блядь. Сука, неунывающий какой парень, наверное, был при жизни. Просто, блядь. Тамада, наверное, блядь. Свадьба. Сука, нюхай дробь, тварь. Ты посори, блядь, а. Это как, какая-то скорбная процессия. Все идут, все без руки. Кучно слегли. Да, ребята, вот это, ёб твою мать. На такой сложности с ними биться. Тут это просто, блядь, куликовская... О, ранящий молот, нихуя себе. Чё за ранящий молот? Цели получают 200% урона от кровотечения. Урон 60, ёптать. Вес, блядь, 12. На нах. Кисть. Ну-ка, стой. Валентос. А чё топор? 65. И весит 10. Мое оружие. А, на-ка тебе ранящий молот. Будешь, сука, костыли железнодорожные заколачивать. А я, пожалуй, вооружусь, сука, сам топором, потому что, бля, в этот клинок... Чё такое? А, нет, нажал. Этот клинок Пикмана, блядь. Какая-то вообще гейская хуйня. Ничего не наносит. Это уже похоже на какую-то другую игру. На Вархаммер с крысами, например. Так, перевес-то чё? Перевес-то какой-то фуфлыжный. У меня вискарик есть как раз. На случай перевеса. Да. Прихватка, блядь. О! Что-то я не скажу, что они получают какой-то урон от кровотечения. Вот клинок сильнее дал бы... Ну, ты, блядь. Позолоченная. Тачка. А, подожди, а у топора Грогнака от кровотечения это какой урон? Попадание ошеломляет врагов, цели получают урон от кровотечения. Не написано, какой конкретно. Тут 25 прям у него. Блять, да все равно перевес. Нахер не надо. Колпак повара. Ну это вообще мощный головной убор. Двойные деньги. А, о, стопе. Сундучок-то. Что-то же эти мрази тут охраняли. Грибосик, грибосики, наверное. Шпилька. Выстиранное платье. Валентин, не хочешь приодеться в выстиранное платье? А тут как оборванец, мне уже стыдно. Креамина. Это что такое? Понятно, не надо. Так, это все прекрасно и чудесно, но мы вообще где, блин? А. В ранее неизведанных местах. Да, да, у детектива жизнь непростая. А у чувака из убежища, знаешь, какая жизнь, блядь? Прям отдых. В прошлой жизни заработал. Сука, вы не можете пойти туда, а чё это? Вроде дорога. Ядерный блок Херакс, уже 15 ядерных блоков остается. Как бы тут ни пришлось посреди квеста выпрыгнуть из этой брони Тони Старка и с голой жопой не начать драться. С когтями смерти. Даже как мне, блять, мне туда... Туда не можете пойти, написано, но туда надо пойти. Они чё, бля, прикалываются, что ли? Сука, выглядит серьезно, да? Человек с топором. Счетчик Гейгера продолжает мелодично пощелкивать, действуя мне на нервы. Это что там такое сидит? Коготь смерти. Как я его разглядел? Да молча, ёптать, вон он. Да, заебись, но я же, блядь, ударил, сука ты, бля, рогатая хуйня.
Он, смотри, он просто хватает и башит. Не, его в рукопашную бесполезно ебашить. Он сразу хватает. У вас нет шансов попасть в эту цель, конечно. Он малышка такой, в него хуй попадешь, вы чё? А, все, он сдох, что? Валентин его срубил. Пока я, блядь, этим топором в него пытался прицелиться, блядь. Косорукий хрен. А, вот и пещерка. Скалистая пещерка, а дальше что? Пользуясь случаем, хочу заглянуть, что ж там такое. Да-да-да, Валентин, да. Базара нет, полностью согласен. Хоть и не особо тебя слушаю, что-то там, блядь, мычишь постоянно. То есть что, сюда тоже можно идти, 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 еще идти. Виски больше. Да что ж, блядь, такое-то? Помощь. Вишневая ядеркола. Глюконафт, его фасоль. А, ёпта. А, ёпта. Точно. А нахрен я его вообще-то таскаю? Все, у меня и лучше есть. 21 вес. Не может вот эта установка 21 весить, блядь. Они ёбнулись, что ли? У нас, блядь, солдаты охуели тогда их носить. Или чё, она серьезно? Да не может установка пусковая 21 весить, да пиздец полный. Бред собачий. Ну, там, ну 10, там я еще поверю, 15 может, блядь, 20 килограмм. 20 килограмм пустовой, пусковой установки. Труба, блядь, с курком, из которой, сука, ракеты кумулятивные улетают. О, блядь, 20 килограмм. А, все, это граница. Ну, по руслу-то высохшему, чё? Не могу? Да нет, я иду. Ничего вроде нету. Такого суперинтересного. Неинтересно, тут тоже нет. А тут вообще ничего нет. Хм. Знаю хитрожопость этих разработчиков, они должны были что-то спрятать. В таком месте, что выход за пределы карты. Что-то должно быть. Обломки дороги, значит, что-то тут было. Куда-то тут ездили они все. Секретная локация какая-нибудь, нет? Да, блядь. Жилокрыл. Пойдем попробуем с топором его познакомить. А, чё, сука, ублюдок. Да, Валентайн не хочет меня прикрывать. И начинает ебашить яд, блядь. Сука, умри. От яда я хоть не сдохну. Сильный удар. Зеленый прицел, что он? Зоны пробития показываешь? Блять, жилокрыл сраный, 19 опыта, его, блять, он, сука, ваншотит ядом своим. Мне кажется, что-то 19 опыта, это, бля, хуйня какая-то. За такого, блять, моба. Убойного. Какие-то молнии тут зеленые еще. Вон, наверное.
Дозорный участок. Я же говорю, что-то должно быть. Что это такое? А, пирамида? Это дозорный участок? Нихуя себе. Дозорный участок Рамзеса 4, наверное. О, там еще что-то есть, ёпты. Это я удачно пришел, походу. Смотрите, это ж, блядь, снаряд не разорвавшийся. Вон их тут сколько. Тук-тук, кто в теремочке живет, блядь? Сейчас. Сейчас. Ну, гули, наверное, да? Что тут? Вряд ли тут. Или гули, гули, или когти смерти. Когти смерти вряд ли тут обосновались. У тебя гули такие же тупорылые животные. Странно, что нет экрана загрузки. О. Может, тут люди живут? Может, это институт? Смотрите, дверь-то от взрыва защитная. А может, тут вообще никого? А что сигнализация орёт? Что, я пришел? Может, тут роботы? Зажигалка, изолента. Ну, тут-то точно, наверное, должны быть и книги, и журналы. Сука. Падла. Хуй пройдешь, да? Нафиг тут вообще тогда спуск сделан, если никуда пройти. Патрон, кастрюля. Алюминиевая, интересно. Алюминий нужен на ремонт брони, блин, пипец. Значит, придется в 45-ю одеться. Может вылезти из брони? Она же тратит эти батареи. Сопротивляемся радиации. Балса. Данная графическая запись предназначена для запуска исключительно на дозорном участке Прескотт. На терминалах управления взрывостойкими дверями. Воу. Серьезно, блядь. Странно, что урну взять не предлагают. А, понятно. Ну и какую, блядь, голозапись я взял? А, вот, наверное. Открывай, говнище. О. Какой-то ученый тут помер. Ваза. Сука, наверное, это крест. Квест от какого-нибудь опять. Братство стали или еще что-нибудь. Блок А. Ричард Элмсби. У нас явно до сих пор проблемы с интеграцией атомной бомбы МК-28 с существующим МБР. Скорее всего, дело в том, что соединительная муфта не фиксируется. Надо будет поговорить с рабочими и узнать, могут ли они сделать что-нибудь по этому поводу. Закрыть взрывостойкую дверь. Нахуй надо. Да ёб твою мать. Понимаю. Так а смысл, если здесь окно, блядь? Ну закроешь ты дверь, и что тебя в окно отжарит? Блин, у меня гребаный перевес. Я хотел походить без брони, но... Перевес задолбал уже. Вечный. Игра, блядь, симулятор вечного перевеса. Гуль. Гуль. Гуль-гуль, блядь. А,
кем там ты раз... Ой, блядь. С кем ты тут разбираешься? Не, я слышу, что гули где-то там уже шумят. Ну что они там делают? Вон сзади один, по-моему, приближается. Обход. Будем ходить все двери открывать. Что-нибудь найдется. Плохая новость. Мы нанесли непоправимый ущерб всем бомбам К-28, которые использую в этом испытании. Хорошая новость. На складе вооружения практически неисчерпанные запасы этих бомб. Откуда они вообще берутся? Вы же все повредили. Все, да не все. О. Понятно. Придется уладить этот вопрос старым дедовским способом. О, химлаба. Мне казалось, что стена такая, что ему реально можно развалить и пройти, потому что за ней там аптечка на стене висит. Может, руку можно просунуть? Можно. Гули-то идут хоть, нет? Какая, блядь, скучная локация. Даже обычных мобов нет, не то что легендарных каких-то. А, лифт починили. Двери так открыты, этот терминал смысла сейчас не имеет. Ага. Но это уже на выход. Как в склепе, почему? Ага. Это, бля, вход в убежище, что ли? Очень, сука, на это похоже. Это кто такой? Дитя Атома. Загнулся. О. Хоть что-то. Крышечка. Лут жжет. Так, вот бомба. МК-28, как я понимаю, да? Интересно, если я в нее выстрелю, мы помрем? Или нет? Назад, суки. Крысы ход прорыли. О, дитя Атома в позе оприходованного. Зеленые лохмотья. Да. Деф от радиации, понятно. О, жетончик. Ух ты, блядь. Началось побоище. Легендарный-то среди них есть? Или в этот раз без него обошлось? Там Валентайн, что он на перилах повис. Грустно-грустно. Руби его, падлу. Шаталити. Завалил горбатого, ёптать. Так.
Ну-ка, сука, что у него? Фотокамера прощелк? Фотокамера макрощелк, ёптать. Так, что тут у него? Зажигалочка. Крышечка, отверточка. Банка, блядь. Лопатка. Сука, тупорылые гули, говна кого-то. Белая бутылка. Не водка, просто белая бутылка. Интересно, блядь, что ж это? О, ты помер? Гули очень любят зажигалки. Буквально у каждого второго зажигалка в кармане. Те еще, наверное, были курильщики. Блядь, дети атома, они, смотрите, они везде. Везде пролезли. Куда ни приди, везде они уже побывали. Или пришли и сдохли. Даже на секретный какой-то бункер, блядь, и то они какой-то залупой пролезли. О, шкура. К чему эта дырка в стене, интересно? На что он дает посмотреть, что там еще что-то есть? Мне кажется, тут такая просто должна какая-нибудь ебанина сейчас выйти. За всю локацию дать просраться. Там еще один, что ли, вышел? И по-прежнему это обычные, не легендарные. College Square on my own once. Never seen so many ghouls in one place. Да, я видел в церкви. И ты там был. Там их вообще до хера было. Из-под кровати. А вот он, вот ты какой подкроватный монстр. Они как друзья-алкаши улеглись. Один на плечо другому. Коричневый костюм. Тут кто-то так причесывался, что аж башку себе отчесал, походу. Серно-голубое платье. Блять, тут алкашка какая-нибудь начнет попадаться, потому что перевесы дикие херачат. Так, что-то пора чем-то, блядь, лечиться начинать. Жареный йога, ментанты. Ёб твою мать. А, пусть будут. Мясо когтя смерти, мясо рад скорпиона. Ну, нормально. Бля, я отсюда выход-то найду. Понакрутили, ёб твою мать. А я сорю, что-то ты не лутаешься, блядь. Думаю, что-то, блядь, подозрительно, ёб твою мать. Руби его нахер. Сдавался топор дровосека. Хуяк. Лапкой махнул, и с меня шлем слетел. Ты как, блядь, профессор Магнето прям, сука. Управляешь, блядь, металлами, тварь. Золотые котлы, это мы заберем. А, и вместе с этим слетел и фонарик с моей головы. А, что ж тут у нас такого было-то? Чё они тут лежат? Ни хера тут нету. Без света сейчас будет дерьмово тут, я так понимаю, ходить-то, блядь.
Брюса вылезти из костюма. Охуеть от перевеса. Вообще не отсюда хоть пришел-то? Меня вот этот вопрос больше всего волнует. Дитя Атома, ну ты посмотри, блядь, а. Чудо-клей. Отвертка. А нахер мне эти чудо-клеи, у меня уже. Да жопа их. Подожди, а чё? Не открыть? Это лифт. Да иди в пизду, сейчас как приедет там какая-нибудь ебанина. Да не, вроде пуст. Да, хуи пусто, блядь. Светящийся. Сука, бей лежачего. Блядь, Ник, по-моему, меня пиздит, нет? Отлично, блядь. Отлично вообще. Вадс просто радует. Просто боль. Топор ошеломляет. Классно. Он с ног сбивает каждым ударом. Звукализационный. Звукализационный. Стрелковый. Ага, ага. Ага, ага, е. Бля, когда... Чё за локация такая какая-то, блядь, унылая? 100% сюда по квесту потом надо будет прийти. Ну, круто. Придем, а все зачищено. Ой, я по тебе попал, что ли? Ну, бывает хуй. Светящееся море. Все пиздец. Нихуя, читай, не понял смысла. Вообще прикол этой Локи. Два компьютера, что-то какие-то бомбы, бомбы. Я стесняюсь спросить, где мы нахер? Рядом. Ну вон еще какой-то гнус. Где? Ёб твою мать. Красная вдова. Провалено. Поселенца моего заебенили, походу. Я так расстроен, что его забрали от нас. Нет, ты подожди, блядь, комарик нахуй. Съебался ты, Сари, все-таки, а? Что-то тут радиация вообще херачит, не по-детски. А что такое? Куда легендарная-то улетела? Там вон довошка. Вот она. О, блядь! Понеслось говно по трубам, ёб твою мать. Что ж ты, бля, мразь, травит-то, а? Блять, не ваншотнул, сучера. Чё еще ты-то, тебе что надо, ёб твою мать, еще этот пиздюк пришел. Ой, я ласточкой увлекся вообще. По красотенечке. Блять, нихуя не понимаю, чё за. Как, блядь, драться с этими уебанскими, блядь, которые травят, ёб твою мать. Дима, что-то было зажигательное, нет? Еще и, бля, радиация хуярит. У меня есть какая-нибудь вот от отравления реально?
Бельчи, сухарики вообще. Да и, по-моему, ничего такого нету, что защищает, блядь, от их ебучих отравлений. Психо и медекс только если. Вот самое говно это, наверное, мобы, которые, блядь, травят. Сучара опять. Беги нахер отсюда. Тебе-то что надо, уёбок? Ебать, колотить. Гулья-то столько откуда? А-оу. Да, это попадос, базара нет. Что-то что, ни гранаты, ничего нету. Так, блядь, эту мандулу хоть убил. Давай хотя бы одного заруби. Вот, попроще будет, сука. Да выключай нахуй, говно. Блять, он мутировал. Руку отрубил. Да, и надо сразу перестать его пиздить, конечно же, что. Жесть. Охотничий, усиленный. Батарея. Да в пизду. Что-то мне не везет, блядь, на лут с этих мобов, с легендарных, стабильно говнище одно сыпется. О, алюминиевая баночка. Гнус куда-то пропал, легендарный, да и хер с ним, что-то мне не очень хочется искать. Так, понятно, тут ничего нету, это просто какие-то, блядь, антенны, походу. А там... Тогда чего? Скорпион. Hello, we're here. Обычно. Семейная фабрика у Нила. Блять, пиздец. В натуре, как из Mortal Kombat-а, бля, херачит такой каратист. Дамага не очень нанес, конечно, он что-то. Нахер ли я весь в препаратах? Обратите внимание на лютую помощь, которую оказывает мне детектив Валентайн. Судя по всему, он хочет покинуть нашу команду, и чем раньше, тем лучше. Давай сначала одного зарубим, блядь, потом второго пидарреса. Ну, сука. Так, ферма какая-то, да? И чё? Где вход-то? А входа-то и нету, я так понимаю, да? Чё за говно-то? Семейная фабрика у Нила, блядь, и чё? А, хуй её знает чё. Чего-то. Где-то вход, наверное, в другом месте. Если он вообще здесь не есть. Ладно, надо сходить броню починить и шматьё, наверное, вывалить, пока баф вот не кончился. Так, а где-то я что-то видел. О, смотрите, военный дроид Анклава летает. Блять, это радиация, заебла. Говорят, что вот, типа, в этом не действует радиация, когда ты... Опа.
в силовой броне. Блять, а я не в ней. Сука, я ее дома забыл. Бля, похуй, надо робота Анклава убить. С него по-любому лут классный валится. А, он... Это мирный робот? Робоглаз. А вот, смотрите, бомбардировщик приехал, прилетел. О. Бизнес-класс, блядь, походу был. Ну, деловой костюм в чемодане, верняк. Бизнес. Да это, блядь, целое кладбище самолетов. Опять комп косячит. Ух ты, блядь. Да выпусти нахуй меня. У меня граната есть хоть одна? Гибельный пулемет. О, осколочная граната. Одна и есть. Давай, сука, рви их нахуй. Да, это еще черный дудь не это, блядь. Не просто говно какое-то. Ну, ёб твою мать, да стрель... Косой урод, блять, а. Где этот ебаный Валентайн? Чё он нихуя не делает? Дармоед ебучий. Охуенно вообще. Блять, охуенно. От бога, бляха. Патронов пиздец. Да-да. На, сука, мразь. Да ты-то куда нахуй? Нарисовался, блядь, сука, хуй сотрешь. А, их двое нарисовалось даже, ёбнулся. Так, Валентайн пиздой накрылся, нет еще? Думаю, мины, настало ваше время. Держи их, Валек. Держи, блядь, сейчас нахуй въебем. Помощь. Где этот антирадин ебаный? По 6 опыта. За что 6 опыта-то? Это же за то, что попал? Согласен, достижение серьезное. Смотрите, slow motion, он вообще замер. Ну, блять, это вообще супер замедление. Постоял, подумал, такой, о, надо затвор передрюкнуть. Так, он мутировал, это заебись. Блять. О-о. Ой. Кто сдох? Никто? Всем похуй. Бля, радует. Что-то они не ползают, наверное, лапки оторвало, бедным, а? Че, бедняжка, бля, лапки оторвало, сучёныш? Да нет, вроде на месте. Хромает он, волочит лапы. Хули, там 10 мин, наверное, лежало в одном месте. Не-не-не, куда ты, блядь, собрался, сучий потрох? Ну, давай. Ну. Так, аллилуйя, этого ёбнули. Легендарный там сдрис... Ой, ёб твою мать! Сука, это мой моб. 55. Ну вот, а от когтя смерти этот пиздюлей сейчас получить поход придется. Может, он не увидит? Может, не увидит. Ускакал. Сыкло, вали отсюда, правильно. Чего? Ремонтная боевая броня на правой ноги. Вообще. Стоящий лут, да, Валентин? Так, это я что вообще за локацию тут нашел? Самолетик упавший. Прекрасно. Пойдем-ка, блядь, силовую броню заберем. Вообще прикольно получается, если вот учесть, что fast travel это перемещение за кадром, а не использование какого-то транспорта, да? Так герой шел с одного конца карты на другую, пришел, говорит, о, блядь. Силовую броню забыл. Пошли обратно. Еще неделю.
сука. Не, ну вообще в течение дня надо было выполнить квест тот со спасением, значит. Сутки, вернее, давали рейдеры. Но я вообще-то и спал, и все, и сутки давно прошли. Какое-то у них странное. Последнее сообщение. А что, можно послушать? Пароль, 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 письмо, порванное, порванное, послание, последнее сообщение рейса. Пилоты что, выжили, что ли? Где скелет-то? С севера идет какой-то яркий свет, и все? То есть, ну, ядерный взрыв. Как я понимаю. Или что-то их другое сбило. Даже не знаю, как трактовать этот последний месседж. Может, это был неопознанный летающий объект? А что за труба торчит? Коготь смерти умотал, да, отсюда? Что, блять, в пизду. С мухами драться вообще что-то мне не нравится. А это что такое? Гнойный дутень. Гнойный пидор, ептать. Там дерьмо летит. Увернись, пожалуйста. Нихуя. У ворота это не наш метод. Метка, он говном забрасывает. По-прежнему нихера нету алюминия для ремонта этой брони. У меня уже одна рука от 45-й модели стоит. На ремонт той ретро-брони сталь нужна, а стали до херища. А вот, блядь, алюминий. Да-да-да. Ну, что я тут делать? А. И чё? Ну, ретрансляторы и чего? Тоже какой-то квест, который, бля, хуй знает где брать, наверное. О. И чё? Может, туда надо записи разгрузить? Ничего не понимаю. Церковь пятидесятников Хопчмараса. А я что там, ее не зачистил разве? О, неужели тут небо ясное, наконец-то видно, все нормально. Интересно, а что случилось? Ты из-за ретранслятора? Ретранслятор рассеял все это говно здесь? Да не. Быть такого не может. Но на это очень похоже. Нафига? Какой прошаренный, оказывается.
folks these days count on violence to solve their problems. Синт-философ. Что-то новое. Ну все, короче, тут больше ничего нет, да? Это что такое? Гнус. Корову, корову высасывает. Невраждебный. Да, больше нихера тут нет. Жаль, жаль, жаль. Самолетик. А здесь вот до пещеры отсюда ничего нет, что ли? Фабрика у Нила. Вообще, блядь, туда не попасть, нихуя. Ладно, пошла, ну все, жопу. Наверное, от этой фабрики надо найти какой-нибудь ключ. Хотя писали бы, что дверь закрыта, так дверь просто неактивна. Может, там надо через какую-нибудь пещеру пройти. А может и нет. Может, надо квест взять сначала, чтобы туда попасть. Что, наверное... Хотя, в принципе, я уже попадал здесь в квестовые локации, ничего. Да ей, твою мать. Они враждебны? Нет. Ебать мой хуй. Ты супермутант? Я уже сделал резкое движение с сфинктером, когда тебя увидел. Припугнуть. Какое у него умное лицо для супермутанта. Боишься Келлога? Спокойно. Келлог's been taken care of. Dead. He's dead. Don't you lie to me. He's dead, whether you believe me or not. There's no question it's difficult to believe. Келлог was ruthless. There's a reason the Institute used him to do their dirty work for so many years. I knew they'd send him after me. Tried to prepare for it. But I still wasn't sure I'd make it. And so you... You killed him, eh? Then what do you want? Ну и рыло у него, конечно. Why did you leave the Institute? I know you came from there. You know about the escape? But how? No, it doesn't matter. I'm not going back. I can't go back. Look at me. Why are you even here? What do you want? Блять, мы кругами ходим, ёбаный насос. Wait, what? Are you serious? You want to get into the Institute? Are you insane? Never mind how nearly impossible that is. Even if you were to succeed, it'd almost certainly end in your immediate death. What reason could you possibly have for taking that kind of risk? It doesn't matter. Fine. You know what? I don't even want to know. You want to get yourself killed, that's your problem. But I'm telling you, that's what's going to happen. I can help you get in there. But I want something in return. Начинается. What do you want from me? Before I had to escape, I was working on a serum that would serve as a cure for my condition. I wasn't able to bring it with me. It's still in my lab, and well, look at me. I need it. Супермутация излечима, что ты стал? Inside the Institute. What do you say? You help me, and I'll help you. All right, all right. Let's talk details. First things first,
You know how synths get in and out of the Institute? Yeah, they use some sort of teleporter. Well, well. Not many know about it. Pretty closely guarded secret. You've certainly done your homework. It's commonly referred to as the molecular relay. I don't understand all the science behind it, but it works. Dematerializes you in one place, rematerializes you in another. I'm sure it sounds crazy, but it's a reality. The relay is the only way in and out of the Institute. You understand? The only one. That means you're going to have to use it. Now, have you ever seen an Institute Courser? Блять. Sure, lots of them. Don't bullshit. More than one of them, and you wouldn't be standing here right now. Coursers are Institute synths, designed for one purpose. Да ну пусть попробует, пиздюки. Operations go wrong, a synth goes missing, and a courser is dispatched. They're very good at what they do, and you're going to have to kill one. Is that even possible? They're not invincible, so technically it's possible. Whether you're capable of it, I guess we'll find out. Every courser has special hardware that gives them a direct connection to the relay in the Institute. It's embedded in a chip in their heads. You need that chip. But to get it, you'll have to find a courser. Now, I don't know exactly where you can find one. They haven't sent any after me. And sitting here waiting doesn't seem like a good plan. You're going to have to hunt one down. I can tell you where to start and give you some help finding one, but you'll have to do the. Выслеживать охотника. Охотиться за тем, кто охотит. Охота на охотника. Круто вообще. Okay, let's get to work. Right. The primary insertion point for coursers is in the ruins of CIT, directly above the Institute. А, прямо над Институтом. То есть он знает, где Институт находится, но туда просто не войти. All across the EM spectrum. You've got a radio on that Pip-Boy, right? When you get to the ruins, tune it to the lower end of the band and listen in. You'll be able to hear the interference. Follow the signal, and it'll lead you to a courser. Then, you just have to not get killed. Not gonna lie. The odds aren't in your favor here. But if you do make it, remember what I said about the serum? Ни хера себе уха. Badly. I really do hope you. Может вступить в братство стали и взять Данса в напарники, ёптать. Мясо от скорпиона. Хавал, что ли? Канистра, сука, не алюминиевая. За кусочек алюминия я бы его убил. Так, чё тут? Автоматическое оружие, бла-бла-бла. Стрелковое оружие второго левела, это очень круто. Местный лидер. Да, ебал я, линии снабжения. Кому-то вообще надо. О, синька не вызывает зависимости, вот это круто. Плюс 2 к силе выносливости в период с 6 до 8. Восприятие 10 надо. Получает шанс погибнуть от собственного выстрела. Бред. Удача. А так нужна удача. Хрясь. Удары прикладом. Повышение точности бедра. Силы 7.
Сколько, блядь, всего надо, ты посмотри, а? Сколько же левелов надо? Псина обездвижит противник. А тут другие спутники не прокачиваются, только псина. Увеличивайте максимальное здоровье на 20 единиц. Кому это нахуй надо? Так, а что там с наукой? Взломщик, понятно. Уровень 21. А, это хакер. Пошел нахер, хакер. Кути железа. Получив доступ к базовым первоуровневым модификациям оружия ближнего боя. Еще больше боеприпасов. Ванс, пусть. Вас направляет сила Волтайк. Путь к ближайшей цели. Задание отображается у вас. Путь к ближайшей цели. Задание. Херня какая-то. Больше крышек. Не говорили, что надо мусорщика какого-то качать. Я что-то не вижу никакого мусорщика. Кузнец. В ящик на трупах. Надо вот это качать. У меня, блядь, с патронами бородища полная. Ой, ладно, думаю, дальше уже пойду в следующей серии. Охотиться на охотников или к братству Стали за квестом. Наука Теслы. О! Это был хороший шанс просрать этот журнальчик. Цемент. Сука, ничего у него взять нельзя, ты посмотри. Вот еврейский мутант. Ладно, короче, продолжение следует. Что-нибудь жми, что-нибудь пишите и все такое.